Салют, это... Так, ГП за косяк. Кому? И звука, и... Наскакивай, Дима еще. Гус. Заходите по того быстрее. Потом стоит еще. С полбам, ты что стоишь? Мы же вык идем, да? Да, Вик. Угу. Сплотбам, портал, прыгай, блядь, выйди с инста, нахуй, чтобы я поменял сложность. Кто возьму? Сложность поменялась? Да. Все отлично. Да, блядь, вроде бы десятка стоит. Стояла десятка на магике груля, 25 человек. Сейчас 25-ка стоит, да. Я перестал. Что ты говоришь? 4-9. Я говорил, что код адекватный. Ну, конечно. Там 1012, наверное, будет 20. Ну, сове нужно Т4 и этому, и коту, наверное. Слышишь, Петя, ты на Х2... В Т4 раньше намаживал, или в Т10, я не помню. Сейчас там. Я по-моему, что у них там 2 Т10, 2 Т4 надевают. Но... Да не, у совы норм, мне нравится. Флешлайт, тебя сейчас спрошу, не хочешь ли ты мейнить Аршамом? Ну, в основном рейде, потому что у нас нет Аршам. Основной состав. На русском напиши. Я написал. Я заебался искать шаманов, там взял одного халиба, он поиграл 2 КД и все, и с конца ушел. Блохнулся, не знаю, дела. Я сам хочу Аршам, ну что-то я фагу качать и прочее. Не, ну у меня есть хил, танк и т.д. Еще одна хил. Если нужен Аршам, я сделаю его Аршам. Если знал, что Аршам будет проблема, лучше бы Хапала не создавал с того по шаману. Вот я знаю, что в Т5, блядь, все шамы поспекаются в Лема, скажут, мы не хотим хилить, хотим дамажиться. Так, давай, короче, фикси и ДК компот в танке будет до конца. Все тут вообще на... Только еды нет. А, ты же, по-моему, падал. Чё за... Кушайте рыбку. Чё на пол? П5 быстренько по ШП я запустил босса. У нас по сути нет столько миков. У нас 1, 2, 3, 3 милика, 4 милика у нас в рейде, блядь. А в рейде было нормально миликов, по-моему 8, если не ошибаюсь.
Я бы в гильдии бы укрепил бы Мелизону сейчас бы еще. Добавил бы пару фуриков. Вот. И одного кота еще можно, в принципе, схуярить. А это, пожалуйста, по шаману P5. Сейчас фурики, сейчас они кто 4 будут ее принимать и бенить. Так, по тактике, кто первый раз с нами, мы босса ставим центр, где стоят АТМ. Кастеры, рейнджу, уже с собой файер здесь спасать паладина. По 5-6 стаков менять, если не больше, чтобы не напрягать его. Так, а фикси и компот, да, танки? Да, да. А зачем вы на фикси даете персу? Ой, не персу, а истерию. Так, у нас кулипала нету. С Блубаун ты тут или нет? Да. Я вижу, что он мёртв. Я сейчас посмотрю, он вообще принимал или нет. А, ну да, игроки все складные. В принципе, не бывайте какой-нибудь в каше. Сколько уже? 6. Забирай. Ничего страшного, без тебя сейчас убьем чуточку. Как ты там послушаешь? Мы же будем 20-24 человека, пока ты там покакаешь, писеешь. Это самое, как переходка будет, Кару дашь БР по нему. Так, значит, давай так, компот, танчишь ту, которая стоит на месте. Фикси, танчишь та, которая двигается, входишь сразу. Те, кто заморожен будет, сразу подходите под фикси, да, под лицо. Только с фикси ни в коем случае не поворачивай через ковре, чтобы не бегуну. Пизда будет. Дайте тотем. Тотем, далее это гим давай, кто там стоит. Спеллбауна забафали, быстро. Интеллект баф. Уводи его в сторону, фикси. Остальные кастеры все ренжу взяли. Тотем отписали, тотем на натуре зис, пожалуйста, драгираж. Геро. Смотрим, сейчас будет эта хуйня кидаться. На РД-зону кинулась. Смотрите аккуратно. Ух, блядь. Быстренько подошли к фикси. Фикси, уводи служу. Чё ты там стоишь, блядь? Уводи его. Что... Быстренько разморозились к фикси. Подошли все. Не по луже, блядь. Кто там по луже побежал? Сюда разморозились. Разморозите мне Кару и фикси. Ой, Кару и геснайп. Метка печенька. Метка печеньку разморозить. Добили быстрее эту хуйню. Сейчас обязательно ауру это самое на огонь поставьте. Если что, дадите в случае чего, если на миллизон кинется, дадите мастерау на огонь и массаку дадите. Ее водить, все, стоп, остановись, не води зеленый, зачем? Подальше, там лучше нету. Случай. Все, хорошо. Поехали. Фикси прожмись там зеленку под блевотину. Тихо. Бля, сейчас за ГП там закрыл. Сейчас лама подъебала, не заходим. Мелл, ты что сделал под лицом в жизни, блядь? Аккуратненько. Отворачивает рейда его фиксит. Все, можете в куче стоять, похер.
Лужа, смотри там внимательно, не знаю, где там лужа прямо будет. Вроде бы ничего не носило. Да, лужа появилась вроде. Еще подальше чуть-чуть иди. Прохил компота. Ты дефы дыкал? Дыкал, не дыкал дефы? Я не успеваю все тыкать, я и так переагрил ее на себя. Нахуя? В лужу вывести. Я бы вывел. БР, нет? Не надо. Соло танка потанчик уже. Люди быстрее эту. Ранжу возьмите тогда. Может принес влиять. Стоим все по чуть. Вот где я стою, печенька, туда сидите. Ауру смените на с файра на фрост. Смотрим на ком черепа, черепа убегаем. Не к черепу, а от черепа. Видели, посмотрели друг на друга. Увидели, где череп. Ушли оттуда. Все, хуярим. Слушайте, а как работает аура его врезания, типа? В смысле, как она работает, аура врезания? Ну, типа, дебаф на него вешает, урон увеличивает или как? Не понял все равно. Да, раз. Дебаф, который увеличивает урон. Смотрим слева. Там, где вот, видите, где череп подходит? Раз. Ох, так и стоит, блядь, красавчик. Вот мне интересно, как это сбивается каста, вот не пойму. Угу. Уходим. Не вижу ногам. Все, СУЗ ГП. Поймал. Блять, а нахуй вообще блинк использовать, скажи мне, пожалуйста. Чё, сложно постоять за череп находится, от него уйти в сторону? Ну, блять. Кстати, я знаю, как эта хуйня сбивается, допустим, кто-то смотрит, допустим, если на меня, я блинк тыкаю, и касса прекращается. Тоже самые классы, которые могут сам. Блять. Прям в меня хотел ударить, вот по мне. Так, сверки у нас в ГБ идут, и по приору их отдаем. Трофеи по роллу на тот спек, кто будет апать себе Т9. Не на ов спеке там, либо не просто поменяешь шмотку, а именно те, кто будет носить до конца Т9, пока не заменит 258 шмотом. Поехали. Ройся. Так, флашинг, что ты будешь апать? Какие шмотки? Ростом, по-моему, ты 2-9 не апают, да, по-моему, или такие домашние? Ну, я буду. Может, еще раз. 4 можно еще бегать, не знаете. По-разному можно. Но 2-9 нормально. Так, дальше.
Так, Кару. Хороший, кстати, плачек на аэродром. Ну то получается, как новый спек, ты на 100 нос по спеку, Кару. Ксова? Сейчас я гляну. Да, сова мы тебе как новый спек даем тут. Запускаю босса. Ничего не менялось? Каску помогу, пожалуйста. МК обновите там. Фласки перепетиковые закончились. Так, пожалуйста, с босса не пужите. У нас три мага, мы все делаем сами. При появлении вулкана двух мобов в бан, двух доливаем. Как только появились мобы эти или металли, ну эти големы. Ладно, их нужно быстренько залить. Ауру файли здесь поставить. Тем на ту резист тоже тыкните в центре. Помните шаманов один. Так, все, с этим мы забрались. Так, еще два. Сколько там? Три или четыре моба появляется, не помню. Четыре. Четыре моба. Два бан, два двух заливаем, потом двух отпускаем и эти двух заливаем дальше. Три, наверное. Как на десятке, наверное, то же самое. Я не буду. Нет, десятки меньше нужно. Компот мейн или фикс? Да, я фикси мейн был, компот оф танк. Бля, что я... Ну, косты, блядь, будут здесь делать? Забыл кпшки начислить, кто у нас там был? Фикси, компот, кто там еще сдох у нас? Ой, фикси, Суза, то есть. Не, спал ты понятно, я без тебя упомянул. Нормально все. Сейчас таки будет аккуратно. Пытаемся пиздить маги. Поехали. Блять, сука, не вовремя он костанул, падла. Нелло по хил, Карас БР по фейке, Леди Фьюри БР по шипошке. Косты будут? Давайте косты будут. Протесты за хил. Готовимся, скоро стаки будут новые. Стаки. Каст. Вулкан появился, сейчас кастер будет по вулкану, да, компол вышел с рейда. Ну куда ты нахуй в родизону бежишь, блядь? Дальше нахуй от нас. Заливайте голема в кастер. Захилили шапашечку. Стаки босса воруем. Опускайте остальных элементалей и доливайте в кастер. Не баньте их, пожалуйста. Сука, я сейчас нахуй локу ГП въебу. Кто забанил этого моба, блядь? Кто нахуй? Плюс в рейд-чат. Блядь, кто ты нахуй банит, блядь?
Но Изуку, походу, не в ДСе, опять, да? Мне похуй, что он в ДСе, блядь. Саки снимаем с боссом. Это Изука сейчас набанил. Что, Ромзе? Угу. Исполин, дай гимн на ману. Отдал. Остальных мобов только контрольный, который выйдет там. Глав хил побежал. Это же скоро босс стаки будут. Так, мы мобов до конца держим. Ваня, каст били. К стаке пиздим. И добиваем босса чисто. Мобов остальных просто баньте и все. Следующего вулкана не будет. Дрич побежал с виду. Какого хера Изука без диса играет, я не понял. Каст, ой, эти самые стаки. Давайте быстренько. Чё Димов бегает? А, нормально. Наш. Забираем. Дорогий раш побежал следы с блин за хил. Стаки тырим. Блять. Набили босса быстрее. Поднимите паших. Ох, блять. Охуенно тренька упала на хил. Угу. Не, я буду ноги брать с этого, и мне на сетке будет у меня грудак. Так, флеш 79. Все, флеш ты последнего забираешь, да? Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Штаны танковские, надо кому. Офспек. Конечно, ну там за полцены 75 гп. Так, спелбал. Надо эти штаны. Вроде бисовые на тебе. Пока на первую эту фазу. Окей, новый спек. Тринка. Блять, я бы не торопился бы друидам давать. Хотя, в принципе, СПД это 5 нахуй не надо. Вроде СПД можно взять, типа. Сейчас, секундочку. Ну да. Ну, пока да. На следующей фазе будет, нет. Тогда даю по майнспеку на Карасу. Че там тринки, но 400 гп, по-моему, топовые тринки хорошие. Запускаю бот. Сейчас запустили? Нет, не запустили. Так, начислю гп с предыдущих тупых лайк. И из-за непонимания, блядь. Так. Справедливости. Мы вызываем альянс. Зук.
А мне-то за что? За то, что сдохни, прожавшись. А, то есть я ее из лужи вывел, у меня незыбка была в КД, и я виноват. Ну, тебе зеленка не в КД была. А то, что я не успел, ну, ладно, хуй с ним. Ну, хоть научишься кнопки тыкать, когда надо прожиматься, а не просто в тупую давать свои... Я и так ничего не ролю, блядь. Так, а роль чё? А зачем ты её ставил? Потому что она в луже была. Ну, я же танк, который я кончил. Ну, долго ты. Всё, тихо. Убили флот. ГП заслужено. Не прожал зелёнку, либо кровотвод, и что-то там есть, там, я не помню, там, с кровью связано что-то. Так. Не отвлекайтесь. Так, череп. Так, давай, короче, сделаем так. Наверное, блять, кто у нас тут танка поставить? Угу. Давай, короче, танком у нас будет Фикси. А, подожди, стоп. Поставь Фикси, компот. Ты будешь танчить? Иди сюда. Я прыгаю. Куда я звук оделся? Ну, видно, ГП залутал все. Блять! Сука, как это мне бесит, нахуй? ГП лутнулся, офаться надо сразу, блядь. За чего взяли, что это из-за этого? Ну, блять! Может, ревокнется. Да, уж тут давно я, кстати, что-то заметил, что он сразу охнулся после ГП. Ну, посмотрим сейчас. Так, первый ДК у нас Фикси 2 ДД. Так, значит, Фикси первый тянешь черепок. Все кастеры стоят строго в печеньке, где я прыгаю. Здесь вот. Обычные тряпочники, это очень важно для вас, чтобы стояли здесь по мне. Ну, либо с деревяшкой, это не уходим отсюда вот, никогда в жизни. Друид, компот танчишь там их, получается, в том углу. Вот где под щитом, видишь, орденский щит возле тебя справа. Вот там вот и танчишь мобов, которые на тебя садятся. Так, опасных мобов я помечаю сразу, самых опасных это у нас... Так. Метка. Так. Печенька. Ромбик. Так, вот ратик. И рога там самый такой противный, более такой. И бошек у нас тоже. Так, это трусы будут. Так, первая цель, кого мы бьем, значит, это будет у нас череп хант. Потом мы заливаем крест. Так, я сейчас уберу ромбикс на звездочку. Так, рога твоя основная задача сбивать ромбику адское пламя, если ромбик стоит в рейде. Если не в рейде, можешь хер забить. Просто каким шадоу-ботой позбиваешь ему. Так, мне нужен человек замена. Так. Сейчас я поспавну. Ну, это просто ушел и все. Может, свет рубанный. Блять, мобильный есть. У меня нет. Ну, у всех есть. Ну, точнее, мобильный у меня есть, но он типа через Wi-Fi работает. Сказал, ты ТП и валит отсюда. Психи показывать будет. Так. Человек вообще хуел, почему должен ГП давать за то, что без здесь играет? Так, сейчас Невер зайдет, да? Наш ман заходи, да? Заходи. Угу, сейчас зайду. Секунду. Спелбал, я буду на мага брать в пушку. Гула. Сейчас нарисуем что-нибудь. А кто у вас ушел? Зука лопнулся. Что это он? Психанул? Ну, я ему ГП дал. То, что, блядь, мобов банит, нахуй. Я говорю, не на бане. Он еще не здесь, не в дисе, блядь. Получил ГП, психанул, лопнулся. Я больше вреда брать не буду, если так буду делать. Нахуй надо.
На Хомичева по такого человека. Три сотки. Сейчас зайду. Угу. Ой, ты сейчас приговор на шамана заберу. Кинешь мне два плюсика, хорошо? Угу. Да, 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 я уже. Это вообще так в этот рейд пошел. Чего? А, сука, дом, блядь, ты, сука, хитрого ебаный человека, оказывается. Там, блин, 20-е место по приору, 20-ка в первом рейде. Типа, зачем оно? А тут и получается первое среди миликов. Ну да. Да. У Дуата 16 нету, у меня 22 почти. Я могу еще шмотку за 150 лутануть, уже посчитал. И все равно прикус заберу, если выпадет. Не, мы сейчас будем начинать, сейчас зайдет человек. Не, у меня компьютер просто такой себе, я очень долго перезагружаюсь. Так нам может перекур устроить, мы сразу без перекура. Так давай, А то знаю эти ваши перекуры. Бить в соло придется все. Не, после одной шмотки они полутают, там 2-3 шмотки, все. Суза, скачай дон. Все, либо... у меня докачивается. Вот, загружается. Ну так, а что ты приверс не видишь? Открываешь заметку, берешь калькулятор и делишь. Только не так. Не знаю, я все вижу. Что в ГИ надо сделать? В ГИ все стоит, все видят, а ты не видишь. Все видят, у кого дон стоит, свой приор. Угу. Я не а все, кто может знаю, видеть свои заметки, те видят приор. Если ты видишь свою заметку, значит ты можешь видеть приор. Сейчас, подожди, а какое у него звание хоть? Воины видят свои заметки. Все скажет. Да и северяне должны видеть. Да там нужно дон просто скачать и ПКП, и все, введите слэш и ПКП и увидите свой приор, ребята. Так, сум Шумахера. Дай бог не зависну, дай бог не зависну. Все нормально. Эй, что, не с нуля? Нет, к сожалению. Так, короче, по тактике, еще раз, Фикси первый тянет череп. Сначала таунтит первый танк, мобы немножко отодвинутся к нему. Остальные Фикси сразу начинают гриппать. Второй гриппает у нас Дуат. Дуат стоишь в леди, где мы стоим, и гриппаешь черепок к нам сюда. Дальше. Кастеры, прижимайте стеночки, ни в коем случае не выходите вперед. Кстати, вот где печенька пока что. Так, спел, да, ты кидай частицу на дуат этого, на компота и хили его там. Компот как хочешь, там и живи. Только бронепот не пей, там бронефаски свои, чтобы брони тебе было меньше. Чтобы на тему бы висели. Так, все, давайте я что на... Да, мужчина половину ДД может... Крестик у нас, контрольте шамана, киньте ему ее ловушку обязательно, чтобы он не пропищивал рейд. Сразу после черепа под герой заливаем крестик. Все, все готовы, ДК по готовности пуляй. Фикси готов, все, хватает череп. МК. Сейчас мы ничего не бафать, не хилить. Давай, пуляй и тащи к себе. Ждем. Все, фикси, тащи. Пром. Блядь. Дуат, затащи в рейд сюда, черепок. Грипом, Дуат. Грипом, блядь. Ладно, ебашься, грипните черепок быстрее. Кастер, можете начинать отвечать. Каз сбиваете, потом кидаете грип, потом... Не выходите, сука, блядь. Назад вернулись. Ребята, ну не выходите туда, блядь. Ну чё вы попёрлись туда, блядь? Кастер только бьют. С деревяшки. ДК, там не веди в рейд этого, блядь, вара. Сейчас будем контролить. Геру дали, фулл ДПС. Расконтролили быстренько трусы контрол. Без АУЕшку в гардезоне, без АУЕ дамага. Трусы приоритеты контролить. Череп играем. Фикси умер. Понял. Кару, подними Фикси. Так,
Рога на ромбик сядет, позбиваем косты. Шамахи, вставай сам. Звездочка, врезе. Не подняли. Не уешьте в милизоне, в ордезоне не уешьте. Не уешьте, сука, в милизоне, блять. Катите мобов, мобов откатите, откатите мобов, отходите, не приморозка. Череп быстрее ебашим. Неллу, Неллу, боб под Неллу дайте. Ромбик каз бить. Все. Давайте, ебашься. Корни закидайте, корни, вихри, квадрат, трусы и то самое. Потом еще звездочка, тоже опасная вредит. Следующего. Крестик? Нет, будем тусы играть. Крестик постарается, косты будем сбивать. В трусы сейчас готовьтесь играть. В трусы фулл ДПС. Свич трусы. После трусов звездочку играем. Звездочку контролим обязательно. Милики тоже таунтите, помогайте. Таунтите квадратик и... Блять. Таунт квадратик, дайте ему контрол. Шипаю квадратик. Ну, кучу. Так, Карас, поднимай быстренько, мягко. Води Фьюри, поднимай Шумахера. ДК на меня переключился отлично. Сейчас я пока еще немножко. Так, они на меня сидят. Нормально, грубо отдал пока. Киньте крестик, лягушку, либо, не знаю, за контроль. Сейчас я сам законтролю. Слоку. Давайте быстрее добивайте трусы, потом будем играть по квадратику. Все, в квадратик фулл ДПС. Криво пленули, блядь. Это низко нищий. Вообще не в пизду не красного. Квадратик играйте. Пуржим не забывайте. Звездочку контрол. После квадратика играем по крестику. Крестик очень сильно пробивает кастеров. Я сейчас крестик шипну, если что. Пошел в мирзону. Стрелять меня, блядь. Рога. Рога, сиди, пожалуйста, на том самом. На ромбике сбиваем кастер. Банный мах нахуй. Добивайте быстрее. Мага там попробуйте контролить, позбивайте им тоже косты. По возможности. Ромбику каст. Атмосфер дайте еще один какой-нибудь. Отлично. Играем сейчас по крестику. По крестику дали ДПС. Где там крестик бегает? Вот он бегает. Тяните его в рейд. Ебашьте его. Звездочку контрол приоритет. Рога сидишь, позбиваешь вот в ромбику. Ага. Ромбик, контрольте только звездочку сейчас. Каст. Котки снять. Касты сбивайте, пока я забираю крестику. Каст. Звездочку контрол. Киньте там, не знаю, что-нибудь. Корни киньте звездочку. Все, пусть стоит, пока отдыхает там. Локи забаньте. Ага, все, работаете. Хорошо, отошли. Гаснай, подойдите, звездочка хуярит, видишь? Дади, покайте его немножко. Все. Потом звезду сыграем. Маз здесь пол. Угу. Ромбику каст. Угу. Котки. Все, звезду играть сейчас все. Потом ромбик сыграем. Друиды вражеского, пожалуйста, фир и бан.
там же все сильно динамично. Угу. Так, ошибка в чем, блядь, кривой пул, потому что вы сразу все поперли, блядь, пиздить в центр комнаты. С этого сорвались другие мобы на вас сразу, и вся мелизона побежала к вам. Так не делайте, надо ждать, пока попритягивают. Если что, там с дерева начинают кастеры хуярить, дальников этих. Так как раз вот милики сидели хорошо на ДКшке кое-какое время. В Гере мобы не таунтятся, и вот очень сложно их будет позабирать их. Так, сейчас в ромбик играется. Офф также контрольте. Там компот сейчас Вара запинает в соло. 10% всего лишнего. Лет через 10. Не, если хилов убрать, то захуяли. А Изука что, из гильдии ливнул? Нет. Ну я его не вижу ни в гильдии, ни в сисике на сайте. И в дискорде не вижу. Ну и похуй, блядь. Ливнул ты ливнул. Удалился, блядь, как сказать, что он. Нехуй занимается чесвочництвом, это все. А делать то, что как и все делают. Они у нас отличаются ему какой-то Нестерия, может это он? Нет, это Роба. Понял. Бейте там друиды, наверное. Да, да, бейте друиды. Для кого там начали бить уже? Ну, паладина. Ну или давайте друида, какая разница. Да. Так вы бейте ну, там... Циклон, друиды отпустите. Заметки помечу. Саш, настрой, чтобы тебе ярлом давали сисисты. Я бы меточки хоть ставил. Так я так дам. Бьер не любит автоматизацию. Не, я люблю автоматизацию. Я просто как-то настроил, блядь, мне автоматом всему рейду давал, ассист меня выкидывал постоянно. А после этого что-то. Бьер не любит Лаграса. Да. Ну да, я зашел, он из Дискорда всех вышел. Один общий сервер, это Сирус. Ну хорошо, ну это его выбор. Это тогда у меня в десяточке появилось место под локом. Нет, он будет... делать. А, кстати, да, просто, точно. Ну и в любом случае одно место появилось. Все одинаково по правилам. Вообще, он, по сути, должен был каждый РТ давать ГП за то, что без диссел. Он давно играет без диссел? Ну да. Ну, еще в льду проходил половину без него. Ну еще это за хуйня вообще. Если мы в разные таргеты играем, хотя бы светите их как-нибудь. Да, светите их, ребята. Бейте через крестик. Я в один играю. Я просто, ну, девушек не бью. Если они в броне. Только если снимут. Я одну. Скажу тебе, под хули ты сняла одень обратно. Или на день. Так, он взлетел, кто его так сильно ударил? Попробуйте грипнуть его, можете, нет? Либо сало, либо гриб дайте. Мне поле зрения ничем не попадает. Давайте сейчас мы его откатим, давайте бейте все нормально. Нормально. Нам Нео убежал. Ну, давайте Андеду помочь ему умереть тогда. Слышишь, Дон? Я могу посмотреть, кто сколько контролил людей. Да.
О, смотрим, пацаны. Так, смотрим на себя. Страх 1 минута, изгнание 30 секунд. Неистовство тьмы 21 секунда. Лик смерти 11 секунд. Порабощение демона 10 секунд. Смотрим остальных. Дрыщ. Страх минута. Вой ужас. О, я такого не кастил. Вой ужаса 40 секунд. Изгнание 3. Косноязд 12. Редон. Смотрим это. Контроль толпы. Так, давайте печеньку бейте, последний слайд. Блять, нахуй ты внутри дотягивал? Его специально притянули, чтобы его пиздили, ты его еще оттянул. Это моя собственность. Не отдам. Просто я смотрел контроль. Там, короче, в том же самом Аурас, только в этом, в соседнем окошке. Ну там есть, типа, DTLS, да. Есть время контроля, сколько там по контролю, сколько шпилов нажали там. Надо мне DTLS поставить, кстати, что-то я, блядь, с рекаунтом еще первопытным этим лажу, блядь, с циркуля еще. Вот, Саша, я вчера поставил, я случайно ханту нашел 1000 ДПС. Как лично писать дать. О, кстати, я получил авангарда, нихуя. А, я же сюда, блядь, стал селанчик. Бля, кольчуга, я бы взял на лока, только кольчуга. Что за кольчуга? Что за кольчуга? Забафите, пожалуйста, фейков давай тоже. Сейчас подождите магов. Хутор на рашат, приора больше. Магов там, сейчас забафаем побыстрее. Обидно. Ну, слушай, у него вообще это... Как бы... А он или... Мы... Я тоже. Рольте. Так, у нас вардруг вроде бы ролил их сейчас. Рольте друиды. Кару 44. Кару, ты на какой аспект? Ты с АВ-4-4 будешь лутать, правильно? Ну вот. А Карас будет Т9 гонять. Так что в приоре... Карас, сколько тебе надо этих самых? Один остался как раз вот этот. Ну все тогда. Ну сейчас нам на успех будем спить. Тебя на успехе могут ролить? Да. Я на успех тоже буду. Я тоже буду, если что. И я буду. Кожа, надо кому? Милики. Кстати, хорошие ботинки. Ага. Да, вроде. Протест тоже нормально вроде бы будет. Да, и протест туда. Наступает. А, у него хорошее. Два сокета. Шаманы. Хулипалы сейчас посмотрю. Если ботинки есть латные, то можете хулипалу тоже. Я так по приколу роли посмотрю, сколько. 4 приора, еба. У меня с мира по нитке на каждом твине. А есть такие латные на хосту? По-моему, ездят такие 45. По-моему, с этого падают, с анубаракой. Но это не точно. Сейчас посмотрю. Да, ты рель, я посмотрю. Что там рельс? Запускайте босса, ребят. Запускайте босса. Латные, да, с ануба. Хаскрит, да? Не-не, это вот латные, это эти. Какие латные там? Не знаю, что. А латные есть. Я понял, да. Первого босса есть, вот они, сапоги храбрых. Угу. А, ну да, сейчас первый босс. Ну, тут все, значит, хлопало будет только забирать с этого босса. А что ты не будешь брать? Хорошая сапожка. А тебя говно стоили, что я всем попасть. А, ты на пушку собираешь, я понял. Так, темную, да, берем вначале? Да, все берем темную. Давай, короче, фикси. Там компот бери темную, танчишь череп. Фикси берет светлую, танчит крест. Все, меняем таргеты по команде. Так, попробуем сначала без третьего танка, если что захиливает. Так, давай, торчу на пол. Под АБМ запустим.
Так, все готовы. Любом подключу. 5, 4, 3, 2, 1. Бля. Так, готовимся к спецспособности. Взяли светлую воронку. Бьем крест сейчас. Потихонечку перемещаемся. Не надо. Типа один выбежал, всего рейда забрал. Продолжаем бить. Я скажу, когда сбивать кости. Сбили кости. Продолжаем бить. Инер, похоже, пал залезть ее, артист. Взяли все на пал, бьем сейчас череп. Давайте, давайте, давайте. Жмите, 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 ДПС. Сразу сбили каст. Пытаемся перебегать на другую сторону потихонечку. Переводим. Способность готовимся. Ничего не будет, даже дальше будем череп. Подевайте, просто ничего не меняйте. Дрыщ, ну мог бы и поддаться, но обидно. На что прийти нету. Мне тоже мог поддаться. Опять этот шею упал, конечно. Зато ботинки упали, Донт. Какого ДЦ конкретно? Ну, в смысле, я имею в виду, кто является ДЦ. Отойти 2 минуты можно, пока не началось? Да, по-быстренько только. Крас, я офспек перехилил, блядь. Тебя перехилил офспек. Сова, мэй. Так, Роти. Ну, как?
Все тут дружки должны быть в топе, в этом боссе. А тут багается этот щиточек. Донт, отображение щиточка. Донт, тебе нужно? Разве на этот ты будешь носить? Да не, собирайте. Если так. Кому-то сильно надо, то пожалуйста. Давай дальше. Мягко надо тебе? Ну, носить до Т4 только буду. Да, я блин. Печенька. Потому что я тоже до Т4 только поменял. Ханты. Не, ну я беру. Давай. Где ролл? Я 61, зачем это ролить? Чтобы видели, что тебе это нужно. Правило для всех. Так, дальше. Чаша, не знаю, ДЦшную, более ДЦшки приходят. Р-3 в Т4. Ну да, либо в Т4. Так, Роско мне, да? Кидайте треты, чего вы стоите? Вы печенька стоит, блядь. Игорь, ты помнишь, сколько ты давал вчера? Где? Тут. Не помню. О, блин, ну да, там. Кашки, наверное, сохранилось. Так. Забирай. Дом трейд. И за трофеем там кто там мягко тоже трейд кидайте печеньку. Так, боешка упала, боешку на продажу КБ сложил. Ну я на ханте на прошлом трае еще эти сферы ловил. Сейвил жопу всем. Так. Ну не знаю, смотри. Короче, сейчас бьем по такой тактике. У нас нету ни паладина танка, ни вара танка, поэтому мобы не все стакнутся, пизда танку. Еще раз. Трофей не перекинулся. Угу. Поэтому одного моба шаклим, этим заниматься будет у нас исполин. Второго моба пиздим Миризоник. Как только моба становится 20 или 30%, сразу размораживаю я, буду мобов размораживать. Ну, от шакла. И сразу ДК фикси тянешь его. Так, фикси у нас будет офф-танк, давай, компот МТ будет. Так, босса водить никуда не надо, когда будет закапывание. Просто стоим все в этой хуйне, блядь, и вашим боссом. Чтобы ДПС что-то не хватит, мне кажется, не хватит. Фаски перепили все. Дуат готов? Снайпер, у меня сейчас такая ситуация, что у меня нет ни одного синего сокета в шмоте. А, не, есть ничего. Я уж думал, я никогда не думал, что это будет проблема. Штанах есть. Да, я в штанах и нашел. Просто на двоих стояли. Ждем дуата. А, все, можешь судить. Сань, а зачем шахнуть, я так и не...